Російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну. За даними міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», злочинців із виправних колоній і тюрем Росії перекидають на військовий аеродром Міллерово. Їх там перевдягають і без жодної військової підготовки відправляють в зону бойових дій. Здесь мы позвоним ГУФ, я в колонии К-1 со спутки Карелии, там меня звали Виноград, все, кто помнит, мне всем большой привет с хорошей стороны. Они по поводу того, что Вагнер, все слова, которые нам были сказаны, все правда, они достойно себя показали, им и требуются еще люди, такие же, как и мы. Пятерка, здорово, Рязань, Пикатки, всех люблю, всех обнял, Сибирь, от души, пацаны, всем передаю огромный привет, давайте там берегите себя, держитесь, третий отряд, все ровно. За нас, за пацанов, за Донбасс, за Россию, прорвемся, будем живы. Иваныч, здорово. Победа за нас, победа с нами. Сереня, брат, здоровья тебе, выживешь. Здоровенько, пацаны, ИК-19, город Ухта, берегов. С нами все нормально, давайте к нам подтягивайтесь, воюем.